Кирди Миледи, судья международной категории, с сумасшедшим большим стажем, если я вам скажу, 20 лет, наверное, уже 30 лет он является судьей. Юлия Ложечка тем временем начала только что буквально свою программу на разновысоких брусьях. Какая длинная девчонка, длинноногая. Это, с одной стороны, это очень смотрится хорошо. А с другой стороны, работать сложнее. Но ей справиться с собой труднее, конечно. Да. Вы знаете, пока побоюсь сглазить, пока мне нравится, как она работает на хорошей амплитуде. Но всегда длинноногая спортсменка, она всегда выгодно смотрится. Конечно, она имеет преимущество сразу. Как хорошо. Здорово она сделала этот перелет с поворотом на 180. Ну что, соскакивать будет? Конечно. Два угла. Ох ты, умничка. И так все чистенько, четко. Как приклеили. И как бы, да, и неплохо, прямо скажем. Я думаю, уже оценка девятибальной должна быть. Ну, судим тут уже и дней. Хотя вам, как судья с многолетним стажем, я так думаю, ну, что... Ну, я, конечно, иногда в состоянии измерить, но честно должна признаться, что слишком высокие требования сейчас к судейству. В каком плане надо учесть и трудность, и исполнение специальных требований, и всякие надбавки за связки, за элементы, за отсутствие того или другого. Недаром их сидит 6 человек, и каждый... И каждый занимается своими делами, что называется. А мы так с вами сверху, как мы, находясь среди вот так, зрительской аудитории, имеем возможность наблюдать и приблизительно стараться отгадать это. Сейчас... Нет, мне, конечно, очень понравился последний. Мне очень понравился соскок. Как он был сделан, знаете, так элегантно, легко. Что такое двойное сальто для гимнаста? По большому счету ничего. Уже почти ничего, уже, да? Почти как ничего. Мы легко привыкли к этому. В общем-то, это когда-то, помните, было? Это сложно. Когда-то одно связка рандат флексальто.